лыжи, это готовится тоже индивидуально, на каждый день своя погода, там даже перепад температуры на плюс-минус 2-3 градуса, уже может другая поехать структура. Там на какую-то определенную погоду снег пошел, тоже может быть своя пара поехать. И это выбирает также сервис-бригада, то есть лыжи, потом смазка та же, то есть они также откатывают сначала лыжи спортсменам, свои надо откатать, там сервис-бригада, вот на этап Кубка мира, они за там 4 часа накатывали 50-60 километров. Ого. Это сервис-бригада, да, то есть это каждый, кто вот 6 человек в сервис-бригаде, они каждый чуть ли накатывали до 60 километров.